Йоу, всем здорово, ребята, с вами, как всегда, я Фоди. Ну а перед началом данного видео хотел бы порекомендовать канал Снейп. Он делает качественный контент, например, как сделать шапку на андроиде и так далее. Ну а сейчас мы поговорим, где я беру геймплей для своих видео. Для начала нам надо установить Save From помощник, ссылка на это дополнение в описании. Теперь переходим на YouTube и пишем Free to use gameplay и название игры. Потом переходим на видео и нажимаем на эту зеленую кнопку, так как мы скачали дополнение. Скачиваем видео, и все, видео у нас на компьютере. Теперь просто перетаскиваем видео в Sony Vegas и удаляем звуковую дорожку. Вот и все, я показал, как я делаю фон видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.